Ну вот сегодня вечер, мы работаем здесь с братьями, с Игнатьевичем, Сергеем братом. Очищаем тут поворот, чтобы видно было, чтобы машины не столкнулись между собой. Ну вот сейчас берем за рулем. Берем за рулем вот на то, 150. Везет горох. Случилась там авария, перевернулся зелок и, видимо, сломался. Сейчас вот на тракторе возим потихонечку. Да. Вот наша обычная работа. Это тоже моя работа. Ну что, как будто бы дело идет. Смотри, докуда видно. Когда вот эти вот наклоненные там срубим, вон оттуда уже будет видно поворот. А сейчас вплотную сойдутся, ну да. Авария будет рано или поздно. А вот сейчас все эти деревья мы повалим, раскорчуем, столбы будут загородить у коровника. Слава Богу. Слава Богу, да. Ну все, вот так вот. Ты мне дашь потом, я тебя сниму. Так, грубо мы делаем что-то. Так, Володенька, дай мне. Ты сейчас заводи. Я тут перчаточки сниму. День такой прекрасный сегодня. Там она ветку убрать будет. Ветки? Я ее спилил, убрать надо ее. Ну, Вало, это Сережа может уберет ее. Какую здесь? А вон лежит возле дерева. Мне там так, все, бери, заводи. Сейчас, сейчас. Вот возле дерева. Вот, вот это вот сейчас спили сначала. Вот. И вон там, которые стоят, вот от края выпили, которые наклонены. Да? Там уже все. Да, да, да. Ну я сейчас, я хотел кроны, иначе сказал, эти. Вот эту ветку не трогай. Володь, только ты подпиливай все, да, изнутра. Вот это стоят, которые. Пойдем, я скажу, докуда. Слушай, она не ляжет. Потом отпилишь, когда тебя уберешь. Не надо, она на них задержится. Начинай вот эту. Нижние, маленькие. Которые закрыли. Поднизу сначала. И дальше тоже мерку. Все. А дальше раскручиваем все. Все, Володя, вон тебе макушки отпили, и все. Давай дальше. Конечно. Повыше бери, повыше, повыше бери, не надо там кривой. Вот так вот, вот.
палку-то зачем унес, мерить? Положи сюда. Ты не носи там, иди, а ему дай, он сам отмерит. Вот палка у тебя под ногами. Все понятно. И дальше, которые наклонились, все до одной надо стелить вот это.